главный террорист. Постоянно нас инструмент отбирает весь. Сестра. Вот так и работает у нас Алексей. Просмотр там накручивает. Что хотел показать-то? О, деталь в угол. Раз. И здесь будет все на двойной фальчик подсоединяться. Небольшой лайфхак. То есть картина сначала подводится, потом отгибается. И только потом ставится яндова. Вот, сейчас Алексей как раз таки отрисовывает линию отгиба. А вот яндова лежит. Это опять секреты расставил. Да? Ну так поверь, делают немногие. Обычно сразу ставят яндовую и заваливают этот фальц, и потом картину этот накидывают, и потом выворачивают. Мучают металл? Да, металл мучают. Козявки. Вот. А у нас все свободненько будет. Смотри, Алексей. Я думал, ты уже не придешь. Леха, подвох этот попросил. Здесь примерно одинарный фальц идет. Где будто раз заворачивался. Он не идет одинарный, прослабленный. Он ну, прослабленный. Смотри, какой Алексей. Вот вы тезки этот. Один Алексей и другой Алексей. Такие вредные люди. Прям вообще. Жопошники. Питер FM. Пойдемте позырим, что там еще Алексей делает. Я опять пришел с камерой. Не, секреты раздаешь. Я ж сказал. Я ж сказал, сейчас пойду будет бубнить. Уйду на ТНТ, нахуй. На ТНТ, говорит, пойду. Лучше на РЕН-ТВ. Загадочная страна. Это Роман выстукивает яндовку. Все успел, все уже, короче, первый фальц уже закрутил. А уже второй фигачит. Ай-яй-яй-яй-яй. Отжался. Весь инструмент отжал. Я знаю, он хитрый, он сейчас в Г-образку все завернет, а потом рамкой просто пройдет и все, да? Вот зачем ты все рассказываешь? Опять Алексей сейчас будет бубнить, смотрите. Опять пришел, снимаю. Алексей, покажешь? И покажу, и расскажу, и песенку спою, и спляж.
Вот в ослабленном положении получается. А, фальцгели тут на мазюк наложили. Все по технологии. Вот как-то так.
чуть подбить здесь. Лайк, лайк, лайк. По-кубански нормально, по-кубански. Так ты говоришь, Маш, Маш, они накладывают. Да-да, здесь нормально, наложили. Так, здесь у нас черновая планка, еще не конечный вариант. Вот, она остается для жесткости. Вот, ну, чтобы потом финишная планка была жестче, прямее. Вот, ну, она по факту будет лучше. Вот у нас прошла неделя работы. То есть это сделана желоба везде. На этом треугольнике на верхнем уровне. На среднем уровне везде по кругу все поставлено. Вот а здесь накрыто, здесь бы уже было бы накрыто все полностью, скат сделан с коньком совсем, но вот уперюсь в эти окна и не можем пока приступить к ним. Непонятно, кто будет давать гарантию, но у нас есть сомнения. Вот, вся подводка к виндовику картина на двойной стоячий фальц сделана. Здесь решили не замерять так вот картинами, смысла в этом не видим. Вот, по функциональности мы считаем, что так даже лучше. Вот, а с точки зрения эстетики оттуда ниоткуда эту крышу не видно. Если бы был бы более пологий скат, то и видно, наблюдалось бы крыша откуда-нибудь, то, наверное, скорее всего бы сделали для эстетики вот так картины. Вот, а так решили здесь положить так вот. Здесь вот уже картины, получается, подошли. Вот сейчас отогнется все это. Вот яндова уже лежит готовая. Приставится и будет фальцеваться. Так что вот так вот. Ну а здесь с этой яндовой, когда будет здесь уже для ютуба, я сниму, как ослабляется фальц. Ну вообще, вообще весь процесс подводки яндова на двойной стоячий фальц. Вот. Ну, как-то так вот. Потом, конечно же, все подметем. Может, протерем от хождения от этих. Или дождь помоет. И уже будем сдавать, заканчивать. Там еще один козырек есть в этот, как его, внизу, небольшой. Там сделаем, трубы повесим все. И все, и на другой объект. Объектов, конечно, у нас до самого Нового года. Даже дальше. Уже после Нового года еще один объект из зимний будет в Луге. Ну вот, как-то так. Красота.